Всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Green Hall. Мы занимаемся бактериями для выгребных ям, химией для бассейна и многими другими товарами, которые вы можете посмотреть на нашем сайте greenhall.ua по ссылке в описании под этим видео. Очень часто у нас спрашивают, можно ли вносить бактерии, когда на улице холодно, да, минусовая температура. Давайте разберемся. Значит, если на улице минусовая температура, там минус 5, 10, минус 25 градусов мороза, то данная температура на работу бактерий не повлияет. Почему? Потому что выгребную яму или септик обычно, в основном, закапывают под землю. Вот, под землей есть такое понятие, как глубина промерзания грунта. Да? В среднем она не превышает 1,30 м. Вот, из-за этого стоки, которые у вас, отходы поступают в вашу яму, которая закопана под землей, у вас стоки сливаются с дому, ее наполняют, и этот мороз, да, на улице, минусовая температура, она не достанет просто до ваших стоков. Вот. Поэтому производители бактерий позаботились о том, чтобы бактерии можно было применять от плюс 2 градусов и выше по Цельсию. Вот. Если вы постоянно пользуетесь ямой, у вас каждый день идет слив отходов, воды, да, с ванны, кухни, с туалета, то в вашей яме будет всегда поддерживаться плюсовая температура от плюс 5 до плюс 12 градусов по Цельсию. Вот. Поэтому можете смело вносить бактерии целый год. Вот. И если на упаковке написано, что применять от плюс там, 4 до там, плюс 35, то это температура, указанная температура в яме, в самой яме, под землей. Вот. А она там приблизительно целый год в таком диапазоне. Но если у вас какая-то другая ситуация, то и вам что-то непонятно, вы можете всегда позвонить нашим менеджерам. Они вам подскажут, какие бактерии подобрать именно в вашем случае, в вашей ситуации. И объяснят все тонкости внесения бактерий именно в вашу выгребную яму. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, узнайте много полезного, интересного на эту тему. И помните, уход за выгребной ямой – это забота о вашем комфорте и окружающей среде.